Тебя не захочу. И лапа дрожит. Ой, да и ладно. Там только твои руки. А где тут 60 рублей написано? А, вижу. А вот нам принесли... Да, кстати, я тут встречаюсь со своей подписчицей, которую вам не покажу. И вот нам принесли вторую часть еды. В ресторане... А тут вообще название есть где-нибудь этого ресторана? Мышеловка. Да, ресторан Мышеловка в Мышкине. Третий раз я тут, очень вкусный ресторан. Так. И вот мы, значит, приехали в Мышкин. Чисто пожрать. Вот в этом ресторане, ё-моё. И лапы у кого-то трясутся. Ну и хватит. Так вот, что-то по Мышкину мы особо не поснимали. И... как бы особо тоже не поснимали, посему я решила сделать два в одном. Тут вот мне подарили цветочек, специально пересаженный в розовый горшочек. Сейчас на самом деле как бы темно уже, вон, будет в Крыму все в дыму, то бишь, можно сказать, почти ночь-вечер на самом деле. И я снимаю при двух лампочках, светлой и не очень, в зеленой комнате. Я вчера сюда один цветок свой переволокла и решила, что почему бы тут цветам не стоять. Ну и как бы свой подоконник немножко разрядил. Это фиалка. У меня как-то давно была фиалка, только, возможно, немножко другая. Потому что, мне кажется, моя память мне доставляет ее именно темненькой, такой темно-зеленой фиалкой. В общем, тут розовый горшочек. Если кому интересно, могу потом при свете дня заснять. Такой махровенький листичек. Можно с ним поздороваться. Фиалка игра. И еще потом засниму. Ну, сейчас, в смысле, засниму уже, наверное, лицом в камеру. Мне тут очередной подарочек подарили. Меня спросили, какой я люблю тортик. Я сказала, что люблю птичье молоко. Ну, вообще, тупо суфлейный тортик. Вот мне пришло птичье молоко. Приехала из города Москва-Сити. Мы тут по кусочку слопали с чаем. Кто с чаем, а кто с кофе. Вообще, я специально готовила тушеную картошку, которая будет смонтироваться, ну, вообще, частично монтироваться. Возможно, позже выложится, чем этот видос, а может, раньше. И... а человек не стал есть тушеную картошку, человек был сыт, и человек ел то, как пил, или не знаю, как кофе, и мне оказалось, что не оказалось молока. Вчера, помню, было, но, видать, я была очень уставшая, поэтому я не помню, куда я его утилизировала. Вообще, я вчера 5 часов спала, сегодня только 6 часов спала, ну, прогресс. Кстати, тортик был перевязан вот этой вот ленточкой золотой, прикольненько так. А дальше был такой пакетик с сюрпризиком. Вот тут было печенье, но оно, кстати, есть. Я одну слопала, оно, кстати, мягкое. И, как выяснилось, орехи у нас тут были, как их там, лесные. О, сфокусировался сам. Лесные орехи. Пироженки такие, там две таких безышки. И я сначала взяла руками, но у меня, как обычно, было липко, я ее лопала уже ложечкой. А дальше, наверное, я уже буду лицом в камеру. Вообще совсем забыла, сейчас полезла что-нибудь поесть, еды что-то у меня дофига тут случилось. Мне же еще конфеты подарили, причем я их очень люблю, и 100 лет уже что-то не покупала, никто не дарил, а тут подарили. И сказали вскрыть после. Ну уж потом совсем вскрою после, потому что как бы и пироженки, и тортик, и вообще всякого всего. Вот. И вот тут я на всем, или можно сказать не совсем всем, знакомом диване. И, в общем, вот такой у меня пакетик, в котором, по-моему, были пироженки, а может быть тортик, я уже точно не помню. Очередной презент, сюрприз. Не, я честно, мне сказать, что я думала, что меня снова продинамит, как уже много раз было, и мне Ира сказала, что она тоже так думала, что я так думаю. Практически он подумал, что она подумала, что он подумал. Но, на самом деле, да, вот я просто думала, что мне напишут ВКонтакте, что выезжаю, и получилось, что... ну, человек приехал.
а немножко позже, чем мы собирались. Он, короче, очень классно, так это классная встреча. Вот знаете, когда человека вот первый раз видишь в реале, а ощущение, будто его 100 лет знаешь. Причем я очень рада, что мы так вот пообщались. Ну и я решила сейчас вот обозреть вот тут у меня. На самом деле вот человек настолько угадывает, что я хочу, потому что я мне пришел когда бланк и Фрашевский именной, на первый именной бланк, ну, на почту, в смысле бумажный, сейчас я зевну. Я последнее время только делаю, что зеваю. 3 дня, блин, вот так вот, что-то то 4 часа сплю, то 5 часов, то 6 часов. Нет бы там вот, ну, если уж проснулась, то потом и конкретно уснуть. Что-то вроде никуда особо не надо, но вот сплю. Не сплю, точнее. В общем, я пришла, я еще тогда выбирала себе что-нибудь, если решу заказать, то вот те вещи, которые Ира мне подарила, я именно их и хотела. Это у нас, ну, естественно, и Фраше, растительный уход для волос. Это, ну, в общем, та, по-моему, полноразмерная эта маска, которая у меня была, или не тру, или не та, не знаю. Но я уж буду пользоваться ее не перед тем, как лечь спать, а потом через 2 часа встать. Так, восстанавливает и преображает очень сухие поврежденные волосы. Я не знаю насчет поврежденных, но они у меня не сухие, но я вот чисто попробую ее. Так, и вот она вот такая вот. Сейчас я ее даже вскрою. И она зафольгирована. Поэтому я ее не буду дальше вскрывать. Так, тут сколько у нас грамм, кстати. Сейчас я вам скажу, сколько у нас тут грамм. Сделана она, кстати, во Франции. Не во Франции, она сделана в Ирландии на заводе Ифраше. Ну и там какое-то длинное слово. То бишь в Ирландии есть завод конкретно Ифраше, вот филиал, а не как в России, под Москвой и в Питере разлили что-то. Годен до годен. А зачем я смотрю, годен? Ну, короче, годен он до сентября 2019 года, и это самое. Сколько мне грамм-то? 150 миллилитров. Почему вот такое вот счастье? Вот что я конкретно хотела. И вот мне это подарили. Сейчас. Вот это вот. Это вот от той лимитки, только тут еще у нас есть немножко кто-то другой. Это, в общем, бальзам для тела, мандарин, лимон и кедр. 150 мл, масло карите, растительный глицерин, эфирные масла мандарина, лимона, кедра. Содержит, так, вот эти все содержатся еще в парфюмерной композиции. Баночка содержит переработанный пластик. Без минеральных масел, без красителей и без парабенов. Насладитесь тонизирующим искрящимся ароматом мандарина, кедра и лимона. И сделано она, вот это у нас тоже в Ирландии. Ну, кстати, у меня был какой-то крем, не крем, я уж не помню, бальзам или скраб для тела. Из серии Хамам, такой минька, типа 30 мл. Он был сделан в Ирландии, он был очень хорошо сделан в Ирландии. Этот до октября 2019 года, и вот потом такой вот тот самый, который мандарин и кедр. Только сделан он все-таки не в России. Сейчас мы его тоже. И он тоже зафольгирован. Я сейчас доделываю то, что у меня было там в пустой баночке. По-моему, оно у меня уже сегодня доделалось. Этот Эйвоновский лосьон, который очень сочетается с лимиткой Naturel 2014 года лета. Голубые овощи, голубые растения или что там это вроде. Потом буду, наверное, его. Или может еще что-нибудь. Ну, короче, уделаю. Так, у меня тут вот это, мне все время его хотелось, но или я его не видела в офлайновых магазинах, или не там смотрела. Это у нас Ифраше Биокультура. Что это у нас? Сделано, кстати, во Франции. До октября 2018 года. Мы с ней решили, что короткий срок, потому что оно это может быть сделано из-за того, что сделано во Франции. Это у нас Биокультура питания, питательное молочко для тела, мед и мюсли. Био 200 мл. Мед, экстракт каштана био, экстракт овса, масло подсолнечника био. Формула содержит более 98% компонентов натурального происхождения, без парабенов, красителей, минеральных масел. Бла-бла-бла. Сделано оно у нас во Франции. Ну да, вот как и есть. И к нему еще гель для душа. Вот их я буду пользовать в паре. Такой же вот тут эти мюсли и мед. Да, мюсли и мед. Пока я его что-то даже и не нюхала. Как-то так интересно пахнет, но не пахнет тем самым ароматизатором искусственным закосом под мед. Ну вот который, допустим, Фаберлик, там вот этот бочонок с медом, где он типа пахнет медом, совершенно не медом, не медовым запахом. Он пахнет как-то интересно, но интересно, в общем, посмотрим, как он будет открываться.
Вот такая вот, что это у нас. У меня когда-то были такие, вот у них были маски-минутки, вот такие по 50 миллилитров. Они тогда, помню, стоили в 2011 году 350 рублей. Без скидки, по скидке можно было дешевле купить. Но сейчас я не знаю, сколько они уже стоят. Это у нас сочный ассорти, фруктовый гамаш для лица, спелый абрикос, 50 миллилитров. У меня как раз вот сейчас пока есть пенка японская от Алены с Украины. В юзане она такая полускрабирующая. Я даже там на японском прочитала на этой, на катакане сукурабу или что-то такое. Уже не помню, как там оно было написано. Что, ну, понятно, что это скраб написано. Если знать катакану, то можно прочитать, короче говоря. Потом у меня там еще французская маска, маска скраб от Дили Диляра. Тоже подписчица, и тоже это типа подарок. И вот когда кто-нибудь из них закончится, я что-то то одним, то другим мою, то вот это буду юзать. Не буду открывать пока. Потому что оно тут после вскрытия 6 месяцев, мало ли сколько я времени там это все проюзаю. В общем, такое прикольное. По-моему, вот она, да, вот тут 1-2 раза в неделю использовать. Что тут у нас, да, оно сделано во Франции. Пудра абрикосовых косточек. У меня, кстати, есть абрикосовые косточки. Я как-то купила их по ошибке еще выше лиги. Думала, что это этот миндаль, потому что глянула не на тот ценник. Удивилась, почему они дешевые такие уже, когда их купила. Они оказались абрикосовыми, но они долго-долго, мне их немножко поел, потом они лежали-лежали, потом я прочитала, что с ними делать, потом мне моя тетя сказала, что они вообще-то как бы что-то там ядовитое содержат, синильную что ли кислоту. Я подумала их в этой в кофемолке перемолоть частично и сделать какой-нибудь себе скрабик. Они у меня так и лежат, там что-то около 100 грамм. Так, вот это у нас, ой, крем кверх ногами достала, это кларинс или что-то такое, или кларинс. Тут у нас крем для рук, я его уже затестила при Ире, пока мы чай с тортиком пили. Вот прикольный такой тюбик, тут 30 миллилитров, ни слова по-русски. И он, ну, с листьями лимона, блин, я же ей обещала веточку, и мы же домой-то обратно не заели этого лаврика. Ну, чтобы обдирать лаврик и класть его в какую-нибудь еду. Он, кстати, такой зеленоватенький. И сам по себе вот не пахнет, когда его выдавливаешь. По-моему, он быстро впитывался. У меня как раз сейчас в сумке заканчивается какой-то супер дешевый крем маленький, который я чисто прикол ради в Атаке покупала. Год назад, наверное. Вот этот, наверное, думаю, туда положить. Вообще, я тут нашла 3 пустых этих типа баночки, пакетика, пробничек, пакетичек и баночка, которые я поставила на видное место, но так как я очень сумбурно тогда спонтанно записала эти баночки, то я совершенно про них забыла, что они у меня на видном месте стояли. Я вот думаю, может их потом отдельно этими забытыми пустыми баночками сделать отдельным видосом, а может оставить на декабрьские эти баночки, посмотрю. В общем, прикольный такой, увольняющий кремик. В эту коробочку пока обратно зафигачу. Там, кстати, изнутри еще что-то со всех сторон написано. Практически с трех сторон написано. Можно будет открыть и почитать. Тоже, кстати, сделано у Парижа, в смысле во Франции. Так, и еще у меня тут и фрашевские духи. Моменты счастья. Я помню, мне зеленые дико не нравились. Они мне казались какими-то мыльными. У меня лежит пробник, но это было давно, и я вот не помню. Вот сейчас вот я его как-нибудь вскрою, этот пробник, и посмотрю, как они не на меня будут влиять, потому что иногда духи какие-нибудь не нравятся, вдруг потом нравятся. А эти у меня были, мне часто приходили в подарок, я их часто всем подряд раздавила. Кто просил, и кому просто так, ну чисто вот пришел человек, делайте что-то приятное, а у меня почему-то по умолчанию было всегда вот дарить. Мне потом уже, правда, родня отучила от такого, что... Особенно, если человеку уже заплатили деньги за какую-то его услугу, я почему-то еще дарю что-то. Человек офигевает, принимает, а я просто дарю по умолчанию, потому что мне кажется, что надо подарить что-то. В общем, а тут у меня потом еще были маленькие такие нинки, 5 миллилитров их. Я помню, их юзала, вроде как нормально шло. В общем, ну, я думаю, что знаете, что такое моменты счастья, они уже давно там у них. Ну, может, года 3 или 4, это точно. Это у нас парфюмерная вода. Слушайте, у меня новые духи есть. И да, кстати, я там затестила этот Ифрашевский. Как же этот аромат-то у них новый какой-то. Аккорд шик, по-моему. Вот мы с Аленкой тогда как-то прыскали в магазине, и я вообще совершенно его не поняла. А тут он такой ненавязчиво вкусный и тепленький. Я, наверное, потом, если буду в Ярике, то, скорее всего, разорюсь на этот флакончик или куплю, может, поэтому по магазину. Хотя у нас доставка на дом такая демонная, что легче в Ярике, наверное, купить. В общем, вот такое у меня
видос такой. Начинается он с Мышкина, таким малюсеньким микровлогом. Человек не хотел выходить на камеру, поэтому там, может, местами будет локоть только или кусочек руки. Но есть несколько фоток. Мы там просто немножко так покатались по всяким местам по пути в Мышкину и обратно. Ну и это... Всем спасибо. Всем пока.